В самом молодом городе Ямала, Губкинском, открыли старшую школу нового формата. Высотка – пример успешной реновации уже действующих школ. Яркие цвета, расписанные стены, большие окна, расширенный спортзал, гардероб и коридоры. Теперь классы и холлы больше напоминают помещение коворкинга, а столовая похожа на стильное кафе. Также появились 4 рекреации с фотозонами, мягкими диванами и пуфами для отдыха учеников. Комфортабельный читальный зал и стильное молодежное пространство. Кроме того, прежнее здание увеличили почти вдвое, построив дополнительный корпус со столовой и актовым залом. Высотка стала одной из первых старших школ, которые сегодня развиваются на всем Ямале. В ней будет внедрена новая система профильного обучения. Здесь откроются медицинские, психолого-педагогические, строительно-архитектурные и бизнес-классы. А также классы «Газпрома» и «Роснефти». Такая система позволит ребятам максимально углубиться в выбранный профиль и поступить в лучшие вузы страны. А для усиления физико-математического и IT-профиля в регионе создали опорные школы. В них школьники смогут углубленно изучать физику, математику и информатику. А также подготовиться к олимпиадам, конкурсам и конференциям различного уровня. Кроме того, 1 сентября в 10 образовательных учреждениях Ямала откроются новые центры «Точка роста». В них уже завершили ремонт и установили большую часть оборудования. Ранее на Ямале уже было оборудовано 65 точек роста, а в планах на 2024 год – открытие еще 6 центров. Также с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в регионе расширилась сеть мобильных технопарков и мастерских. На сегодняшний день на Ямале действуют 5 центров IT-куб и 13 технопарков. Хороших вам новостей!